Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы в клинике, 8 часов вечера. Привезла Чака, потому что мне не понравилась его повязка. Какая-то она стала грязная, как вроде как что-то просачивается. И я записала видео доктору Клауди, и она сказала привезти Чака. Вот, ребят, это видео, которое я записала для доктора Клаудии, чтобы она посмотрела и посоветовала, что делать. Я увидела у него грязный бинт, как будто что-то просачивается. Но я подумала, что, возможно, это еда, которую вливали в трубку. Вот, потому что она и цветом такого же, как и еда. Вот, ну и тут мне показалось, что и все разболталось, весь бандаж этот болтается. Ну и я говорю, что же делать? А у нас назначено аж на среду. То есть я говорю, что с пятницы до среды еще как бы далеко. Что нам делать? Тут я ей показываю глазик. Вот, вот. Глаз все хорошо. Вот, шовчик все хорошо. И Клаудия сказала приехать. Обязательно приехать. И я вечером приехала к доктору Клаудии. Вот такие дела. Вот сейчас его смотрят. И доктор Клаудия сказала, что надо убирать эту трубку, потому что там что-то загноилось почему-то, не знаю. Сейчас убирают. Ребятки, ну нам везет. Короче, этот разрез у него почему-то воспалился, загноился. Вот, и поэтому пришлось вот убрать все эти провода. Сделали еще уколы. Чакушки сделали, антибиотики. Ну, ничего страшного. В общем, там просто дырка. Я потом покажу, когда буду обрабатывать, я вам покажу. Хорошо, что я сегодня увидела, что бинт у него испачкался, такой темно-бурого цвета стал снизу. Я сначала думала, может, это еда как-то там просочилась, когда Клаудия кормила. А нет. Хорошо, я видео сразу послала доктору. И она сказала, приезжай срочно. И вот мы приехали. В понедельник у нас будет визит к хирургу. Пусть посмотрит эту ранку. Вот. Так что, ребят, ну нам везет. Ну это вообще, Чак. Ну как так? Ой, все шишки на тебя, все шишки. Ой, утизячик, еще чуть-чуть похудел. Ой, ладно, едем домой? Поедем домой? На скутере поедем? Поедем, давай. Кстати, биопсия должна быть вот на той неделе, в понедельник, вторник биопсия придет. И будет понятно, что там, какая эта масса была. Злокачественная, доброкачественная. Если злокачественное, то какой степени? Первый, второй, третий, четвертый, в общем. Ну и исходя из этого, дальше потом будем смотреть. В общем, так вот, ребят. Ладно, едем домой. Да, поедем, Тёкуш, поедем. Так, ребят, прошла ночь. Сейчас буду открывать ранку, смотреть, как тут дела. Сейчас посмотрим. Так, ты не петься назад, потому что упадешь, Чак. Так, тут все уже приготовила. Таблетки, укол, еда, обработка. Так, Чак, давай будем открывать. Сейчас.
Да, ребят, видите? Смотрите, ребят, гной. Вот он. Гной собирается. Ай, господи. Вот, ребят, смотрите, видите? Ранка. Сейчас буду обрабатывать. Чак, подними голову, мне ж надо посмотреть. Вот, надо хорошо оттуда вон. О. Сейчас буду чистить. Ой, не было печали, называется. Так, ребят, заложила мазь специальную с антибиотиком. Теперь, ребят, положу на рану вот такое средство. Называется, ну, он антисептик хороший, сильный, но похож на йод, но не йод. То есть жечь не будет. Так что можно ложить на рану. Ну вот, положила, сейчас немножечко надо бинтом прикрепить. Ребят, смотрите, вот такой бинт интересный. Сам приклеивается. Видите такое? О, сам приклеился. Все, сделали обработку. Сейчас будем укол делать и кушать, и таблетки пить. Ну вот, шприц готов. Сейчас сделаем укол. Надо будет воздух выпустить. Оп. И делать буду вот здесь, вот сюда. Все, укол сделала. Сейчас таблетки, еда. Так. Кормить буду с ложечки. Вот. Помогать буду водичка и шприцка. Чак, понюхай хоть. Понюхай еду, Чак. На. Смотри. Чаки. Чаки. Не. Ой, молодец. У нас играет. Тяпочка играет. Обрабатывать рану. Котика, молодец. Таечка приехала. Котенька приехала. Привет. Привет, а покажись. Привет. Ладно. Сегодня у Таечки день рождения. Да. Да. Тяги, тяги, мы маленькие. Бедняжка настрадалась, собака страдает. Ничего, все будет хорошо.